Когда начался пожар, дома никого не было. Спасатели вызвали соседи, живущие ниже. Они почувствовали запах дыма. Факел огня из балкона увидели проходящие мимо жители. Жильцы, которые были в доме, перепугались не на шутку. Думали, пожар начался из-за газового котла. Прибывшим на место спасателям пришлось буквально штурмовать квартиру, чтобы справиться с огнем. С улицы поднялись по пожарной лестнице и взломали входную дверь. Горело все факелом. Там он уехал отдыхать, наверное, проводка, что ли, сгорела, не знаем, ждем. Мы увидели, мы в соседнем доме живем, что дым идет черный вот над крышей, да, и гарь сразу, запах, и машины, и вот выскочили, увидели, что уже все сгорело. Пожар быстро потушили, как оказалось, пострадал только балкон, оконные рамы придется устанавливать заново. В самой квартире только закоптились потолки, что стало причиной пожара, предстоит выяснять экспертам МЧС. Денис Левый, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».